Заехал к Игорю Богородскому в гости. Все его знаете, кто не знает, сейчас познакомитесь. И сразу обратил внимание, торцы у него на теплицах, видите, мы там профит зигзаг дорогущий покупаем. Игорек купил планочку. Как это, Игорек, называется это? Монтажка, да, или? Ну, продают ее. Дранка, да. И саморезами по металлу, чик-чик-чик-чик, прикрутил и сэкономил. Я так думаю, если на всех теплицах там не одну сотню тысяч, да? Вот представь, сколько сюда надо метров, я не помню, там, наверное, больше 100 метров надо профиля зигзаг, а то просто вот планочки. Возьму себе, говорю, на вооружение тоже. Потому что у меня все торцы на теплицах этим профилем, я даже сейчас боюсь представить, сколько он стоит. Он раньше стоил там 70 рублей, по-моему, сейчас, наверное, уже... А что хотел показать? Хотел показать. Кстати, теплица у тебя это чуть по-другому сделано. Но это вот так же у тебя 40 на 40, да? Вот да. Как у тебя все теплицы. Только там они у тебя 12 метров и вкопаны, да? Вот этой прямая. Частью, поскольку ты по 50 сантиметров, да, вкапываешь. Прямая. Да, здесь он сделал, видишь, тут сколько, наверное, метр? Метр 20, это да? Метр 20. Ну, удобно, да, ходить, то есть вот за стенки удобно. Эти усилил дугу, ну, в принципе, нормально. Усилил чем? 20 на 40, да? Угу. Ну, да, классно. А бока у тебя не открываются здесь? Открываются. Ну, с той стороны, вниз? С той стороны, сверху, снизу вверх. А, снизу вверх просто, да, поднимаешь, да. Да. Ну, в принципе, что, конструкция нормальная так, да? Удобная, крепкая. Я думаю, такой теплицы пофигу любой снег. Снег в этом и в том году не чистила я с нее. Ну, с нее не, оно... Он... Это сколько у нее ширина, Игорек? Ой, блин, 8 или 10? Я уже не помню. Больше 8. Больше 8 даже. Ну, тут у Игоря посажена голубика. Дюк, да, Игорек? 8,50, наверное, да. Потому что нет, 10 здесь нету. Если бы ты здесь сделал, то у тебя, ну, скат бы, конечно, да, оно был более плоский. Я говорю, кто же черенки укореняет, да? Обрезал. Обрезку делал. Не, нормально, укореняется. Я даже в кассеты втыкал, просто без вот этого вот, без там купола. Вот скоро уже будет ягода. Вот я, знаешь, что я переживаю за опыление. Ну, или двери откроешь и опыление. Нет, пчелы прилетят, опылят, да? Конечно, да. Вот у Игоря здесь посажено. В мешочке 30 литров, а вот они, Т-30, да, 39 на 25, кислый торф, сверху замульчировано этими опилками сосновыми, да, Игорек? Да, дюк и блюкроп. Ну, дюк и блюкроп, да, самые популярные. Так, а тут у него, там нету у тебя полива еще, да? Сделал по одной капельнице, да, Игорек? Пока по одной. По одной. Ну, вот обычные эти иголки, да? Угу. И вторую будет вставлять, да? 8-литровый. Ну, у меня вот сомнение, прокапает ли вот эта капельница, допустим, вот она здесь стоит, а вот сюда она просочится. Капает. Вот. Нормально, да? Да. Пока она сверху идет, она разыта. Я смотрел, понял, что нормально. Ну, две будет вообще нормально. А две вставишь нормально? Да. Я говорю, маленький объем. Нормально? Нормально. Несколько лет. Я думаю, 5 лет вообще трогать не буду. Если они не развалятся, то трогать не буду. 5 лет. А я, блин, там, видишь, я в 90-е сажаю. Да ну, это 90-е, это на... Это перерасход торф. Это на 30 лет тебе хватит. Сколько тут кустов получается? Это сколько, 50 метров? Ой, блин. Не, 50, наверное, нет. Тут, короче, 200 кустов. С чем-то кустом. 200 с чем-то. Да. Ну что, надо пробовать, правильно? Ну да. Я тоже посадил 200, блин. Ну, интересная культура, интересная ягода. Мне, знаешь, что нравится она? Что вот созрела и висит, висит, да, хоть и неделю, хоть две, да, можешь, да, и не трогать ее, да? Потом приходишь, собрал ее, она или собрал, не портится. Или бросил и а, в холодильнике. В холодильнике лежит. А, в холодильнике она вообще, говорит, полгода лежит. Да, да, да. Поэтому... Ну вот надо пробовать, да. Было бы что собирать. А там...
Ну что, ты хоть в этом году уже попробуешь, вот смотри. Нет, да, но... У тебя почки уже вот, глянь, набухли уже, вот они. Это все вот набухшие почки, вот эти большие, это все. Главное, это размер... все ягода, да. Главное размеры поймать. Размер ягода. Да, да. Слушай, голубика все-таки там размер имеет значение. Под кислотой чем-то, нет? Или ты кислоту заправил? У меня же с растворного узла здесь. А. Поэтому у меня там это, баки будут. А, ну то есть у тебя автоматику ты, да, здесь поставишь, да? Да, автоматика, да, она сама включается и включается. Ну я вот Игорю говорю еще, фогеры повесь, чтобы верхний был подлив, вообще нормально будет. Да можно, вообще легко. Что, тебе тут раз, два, три, четыре линии можно кинуть, да. Он тут будет проливать, вообще классно. Можно, легко. А вот подписано у тебя блюкроп. Да, это ряд блюкропов, да. И дюк. А эти три дюка. Ну да, самые популярные сорта. А черенки, давай посмотрим. Да, ты давно их поставил? Ты еще не смотрел? Еще не смотрел. Я у него спрашиваю, чего, укореняется, нет? Он говорит, я не знаю. Говорит, давай посмотрим. А когда поставил это? Он уже давно. А, это роза. Это три розы. Не-не, ну... Что, надо достать ее? Ну, достань, да, там если... Ничего тут нет. А дальше? Нету ничего. Не укореняется. Ну там появился хотя бы. Я вот достаю у себя, у меня, знаешь, у меня прям белые там корешочки на них. Не, нету ничего. Нету? А сколько они стоят? Ты говоришь? Не знаю, может, недели две. А, да не, конечно, я говорю, они два месяца. Ну, только через два месяца. Ну я ж не знал, что ты две недели назад только обрезал. Я думал, может, ты еще с осени обрезал и поставил. Да, нет, две недели. У меня осенних уже вот такие вот, знаешь, корешочки вот вынаю прям с кассеты. Вот такие вот корешочки уже маленькие есть. Ну я тоже, ну я часть кассеты поставил, а часть эти ящики белые, в ящики повтыкал ежиком их. Потом как корешки пойдут, так вместе с кусочком торфа и в стаканы перевалю. Я уже думал, не прорастаю. На улице у тебя тоже, да, посажено? На улице, да. Ну там, меня... там побольше объем мешочка. Ну это вот, потому что им-то уже будет, по-моему, это... Ну эти и побольше сами по себе. Кому 3 года, кому 4. Ну это поздний сорт, ты говоришь, да? Поэтому улично. Ну тоже полив поставишь, да? Да, также полив будет. Застелишь или будешь полоть? Застелишь или будешь полоть? А мы тут газон посеять. А, газон будешь? А, просто будешь прокашивать. Прокашивать, да. Все. Косилка. Все, понял. На колеса. Ага, проехал вокруг них. Да, ну да. Тоже как вариант. Классно. Ну так, красота будет, наверное. Метеостанция работает? Конечно. Игорь, кстати, купил метеостанцию, показывал у себя в роликах. Хорошая вещь, стоящая, да? Да. Классно. Из телефона. Сейчас бы не купил. Сейчас бы не купил. Сейчас бы не купил, да. А, вот ты говоришь, отсюда, да? Ты отстегнул снизу. Я отстегнул, но этот... Это у тебя цельная вся пленка, да? Или нет? Да, это вся цельная. Цельная, сколько тут получается ее ширину тут тогда брать? Вообще пленка сама 14 метров. 14? Да. А, ну то есть у тебя вот она 12, у тебя купол, да? Да. И сюда ты подрассчитал. Да. То есть у тебя присыпал. Сюда мы поставили. Ты даже не присыпал, да? Получается. Ты ее даже землей не присыпал. Нет, то есть... не присыпал, вот она снизу пристегнута. И все, да. То есть ты потом взял, отстегнул и приподнял, чтобы, ну, проветривание было. Эти сделаем, крутим. Крутилки. Трубу, да. А, и все, будет, все. Наверное, накручиваем сюда. Да, тоже. Я думаю, она даже не понадобится, это боковое. Ну, по у тебя по ветру теплица стоит. И... Ты двери открыл, две штуки, у тебя она продуваться будет. Я думаю, ты даже вот это и не, ну, не заморачивайся. С этими крутилками, там, с этими трубы надо купить, представь, 100 метров почти, да. На которую наматывают тут. Может, да, она и не пригодится. Я вот, у меня на одной теплице есть вот этот подъемник, я его даже не использую. Хватает вполне вот, дверей. Сюда прицепим и все, и оставим. Да. Ну что, Игорь, что у тебя там? У тебя телеграм-канал? Ютуб, да? Да, есть все, и телеграм, да, канал. Ну я тогда в первом комментарии. Да, в первом комментарии. Сейчас будет этот самый, 100 грамм скоро. 100 грамм, да. Да. Я оставлю тогда ссылки на Игоря. Грамм, да. Подписывайтесь.
Игорек мало последнее время снимает. Ну, я думаю. Холодно, неохота снимать, да. Не знаю, надо делиться, мне кажется. Ну, с людьми. Не все же там все умеют, все знают. Может, кто-то наши видео смотрит и там делает какие-то выводы. Какие-то, может, полезные там от нас фишки там для себя используют. Все, показал. А ты думаешь, те, кто на тебя сейчас подпишется, будут смотреть твои прошлогодние видео? Не будут. Они будут ждать новые, когда ты им выложишь. Прошлогодние не смотрят уже. Давно. Да. Я, знаешь, я... Ну, раз же там это, статистика есть, вот, которая у нас там, это аналитика. И я смотрю, какие видео смотрят. Ну, смотрят только новые. Вот которые год, два, три назад, те вообще не смотрят. Там, может, там один, там десяток просмотров. А там самое интересное. Да, там самое интересное первое было, да? Вот, холодильник у Игоря тоже такой. А ты крышу поставил, да? Что, боишься, что проломит или? Нет. Он изначально был рассчитан под навес. Все никак и руки не дойдут. А. Вот. А у тебя, а у тебя наверху кровельный этот сэндвич или нет? Нет. А, вот быть, именно, ну да. А вот тот холодильник уже с кровельным. Там уже пофиг. А мне считали они с кровельным. Но я думал, что мы без навеса, зачем лишняя затрата. А можно сразу на крышу кровельный. Я хотел делать вот навес. Полностью. Да, потом туда и вот это разбирать. И это все один большой ангар. Один большой ангар сделать. Да, ну это нифига себе бабок сколько пристал. Не, ну как бы я рассчитывал, потом, короче, что-то передумал, потом, а потом металл подорожал, а потом... И, короче, так и осталось. На стране не успеешь. Нет, как это пословица есть? Нет ничего постояннее, чем временное. Да, да, да. Вот временную крышу сделал, вот она тебе и останется теперь на века тут. Ну да, пока сейчас у нас, я не знаю, да. Сейчас вообще дергаться, ничего неохота делать. А я наоборот вчера видео снял, говорю, блин, вот думаю, что там миллионы все зарабатывают, там эти блогеры, там эти ягодники, да. Ну ты зарабатываешь миллионы, ну ты, я не знаю, ну я там 90%, наверное, трачу, их опять вкладываю. То есть там типа лицы строят, там земли, там новые там сорта, новые там участки высаживаю. Это же я вкладываю, получается. По-другому никак нельзя. Только так. А не получается, чтобы, знаешь, остановиться и сказать, все, я заработал и пошел их все тратить. Нифига, так не получится. То есть их надо, деньги должны быть постоянно, ну, вкладывать в новое что-то. Все, ладно, Игорек, спасибо. Давно тебя не видел, встретились. Поехал я дальше.